Девочки и мальчики, привет! Hello, привет! Посмотрите, какие мы сегодня красивые. Are we beautiful? Oh, of course. Сегодня мы идем на вечеринку, если можно ее назвать вечеринкой. Это как бы такая вечеринка, посвященная донейшену. То есть мы будем... вот что она говорила, я не знаю. Короче говоря, это все будет посвящено детям, сиротам. Каждый из гостей должен принести много-много игрушек, и мы вот сейчас игрушки с Винсентом разбирали. How many toys we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас 7 игрушек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 игрушек у нас. Вот Винсент сейчас понесет в машину. Винсент говорит, это моя самая любимая. Вот столько мы игрушек купили детям. И туда придут люди, и все принесут игрушки. А я покупала эти игрушки с Любой. Вы видели, наверное, у нее уже на видео. Поэтому вот мы едем. Начало 8 часов вечера. Что меня, конечно, удивило. Будет с 8, то есть с 20.00 до 24.00. То есть будет очень поздно. Мы немножко уставшие. А почему? Потому что мы заснули. Мы с Винсентом заснули, и уже нам не хотелось вставать. Винсент такой, давай не пойдем. Я говорю, ну как, уже игрушки купили. Ну, в общем, мы пошли. Еле-еле собрались, потому что действительно, когда так поздно собираешься, это только на Новый год бывает так поздно. И вот сегодня. Ну все, мы поедем, я покажу, наверное, что-то. Я не знаю даже, что там будет, как. Мне дала мой брокер билет. Она сказала, было очень мало билетов. Вот она на меня тоже принесла. Она там будет директором среди... Все там много будет директоров этого как бы этого ивента, но она вот среди директоров, поэтому она смогла мне достать билет. Там написано на билете было, что обязательно длинное платье, значит, и костюм, пиджак и галстук. Поэтому вот не знаю, что там будет, что там будут за эти ходить фронты, как говорится. Что там забудут ходить за дамочки? Все покажу, посмотрим. Мы идем. Мы приехали в Дайтона, в Convention Center. Винюша у меня, смотрите, какой. Винюша у нас полон игрушек. I feel like Santa Claus. Yeah, он говорит, я чувствую, как будто я Дед Мороз. Идем. Два Деда Мороза. У меня в руках еще мячик. Винсента целый. Надеемся туда. Сейчас еще зайдем, да не туда с этими-то игрушками. Отнимут, оберут, обобрали, обогрели, как там говорят, ободрали. Ой, куда идем, не знаю. Короче, это будет charity ball, называется, charity. Вот мы идем уже с такой парочкой, ищем, где нам войти. Вообще здесь очень, кстати, симпатично, вот посмотрите. Такое вот место, вот там две девочки уже идут, тоже красивые. Винсент с игрушками, дяденька идет, какую-то электронику несет детям. Вы посмотрите, припарковались мы очень далеко. Блин, иду, у меня все трясется, сейчас встану, покажу. Вы посмотрите, у нас здесь красная дорожка. Все очень красивые женщины, мужчины стоят с игрушками. Видите, у нас... А? Yes. Pull it out. Посмотрите. И какие нарядные. Напротив Хилтона это находится. Видите, как красиво. Сейчас достану invitation. Винсент с игрушками, я с мячиком. Вот посмотрите здесь. Сколько всего уже, велосипеды, всякие игры. Чего только, чего только. И вот посмотрите. Yeah, it's all together. Видите? А вот моя брокер. Моя брокер Лин. Hello. Hello. Happy holidays. Happy holidays. Hi, girl. Hello. Hi, I'm Carol. Vincent. Yep. Итак, вот смотрите, сколько игрушек, сколько всяких игрушек нанесли люди. Люди все приходят и приходят. Велосипедов. Посмотрите, какая куча здесь велосипедов.
целая огромная куча. И все очень-очень красивые. Итак, вот я захожу в зал, здесь столы, очень огромный зал, здесь, значит, будут танцевать, музыка. И вот мы идем сюда, видите, здесь подаются напитки, здесь горячая еда, кофе, ну, фуршетики такие, видите. Вот сколько здесь всего, вот много тут люди все накладывают. Да, я на таком мероприятии впервые здесь в Америке. Видите, здесь прям по красной дорожке идешь. Много дядечек богатых, тетечек богатых. Я так шучу. Я люблю же говорить дядечки, тетечки. Винсент вот пошел за едой. Вот так вот льется маргарита. Вы берете стаканчик и наливаете себе маргариты. Все. Вечер еще только начался. Я хочу просто снять. Я хочу снять еще раз. Я даже не знаю, не показать, конечно, еду. Еду показывать, не знаю. Вкусняшек много, конечно. А в баре подают вот тут напитки. А там я показывала маргарита с обоих сторон, с двух. Такие вот. Такой вот вечер. Charity. Некоторые уже начали танцевать, потому что уже поели. Вот у меня сидит, разговаривает с каким-то мужчиной. Тоже, по-моему, может и даже из нашей компании. Я, честно говоря, не знаю нашей компании всех. Вот, думаю, мой брокер здесь сидит. Итак, я хочу вам еще раз показать. Я вышла из здания, потому что мы, когда заходили с Винсентом, у нас были полные руки всяких игрушек и всего. И я хочу показать вам, как здесь красиво сделано. И люди идут по красной дорожке. Все фотографируются в красной дорожке, видите? Там стоит фотограф, он фотографирует. Я не знаю, как он фотографирует их. В общем, вот. Вот видите, и я тоже иду по красной дорожке. У меня Винсент там, поэтому я иду одна. Но зато по красной дорожке. Вот так вот. Видите? И захожу в это прекрасное здание. Там вот все фотографируются, кстати, пойду посмотрю. Видите, здесь на фоне. Вот каких-то этих Маргарита Бо, они фотографируются здесь. На свинце там тоже нам встать в очередь сфотографироваться. А, здесь фотографируются все на свои телефоны. Все понятно, у нас телефона с собой нет. Но это и не важно.
просто хочу вам показать обстановку. Фотографий у нас достаточно с Винсентом. Видите, какие все красивые. Все в длинных платьях, костюмах, пиджаках, с игрушками. Боже, боже. Подарки. Сколько здесь много. Я даже не могу сказать вам, в какой дом это все отнесется, но я думаю, что не в один дом. А вот смотрите, сколько больших мягких игрушек. Боже, медведишка-то какой огромный сидит. И еще один там. Вот столько игрушек. Красной дорожке. Red carpet. Red carpet. Red carpet. А все идут и фотографируются на красной дорожке. Поэтому вот мы идем тоже по красной, по красной, по красной. Thank you. Чтобы выйти, нам надают билетик, чтобы зайти, мы должны его предоставить. Тут только по... Смотрите, идут с игрушками. Парень идет в юбке почему-то. Видите, какие. Идет в этой
в ирландской юбке или шотландской. Да, Винсент вон тоже стоит, смотрит. Look at that, baby, it's crazy. I was trying to find our toy. What is it? That's buried. Закопаны заживо наши игрушки. Велосипедов. Кофе уже готов, но вот десерт будет здесь на столе. Yeah.
Christmas now? Yeah. How you Merry sing? Merry Christmas. Ho, how ho, you, ho. How you sing the song? What song? The most popular for Christmas. Most popular. I don't know, you sing it in Russian. Da, 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 da. Jingle bells. Oh, jingle bells, jingle. Santa smells a million miles away. Oh, come on. Oh, what fun it is to ride in a broke down Chevrolet. Hey! No. Oh, well. I don't know how to sing. That's pretty here, right? Yeah, it's fine. Fine. Смотрите, какое красивое. Все фотографируются вместе с елкой. Еще только начался, можно сказать, сезон крисмасский. Не даже не начался еще, а люди придумали, что уже начался. Но уже все стараются сфотографироваться, причем с елкой и с пальмой одновременно. Видите, какие у нас Новый год. С пальмой и с елкой. Еще раз я вам показываю это здание, где проходит Charity Ball. И вот я покажу вам вокруг. Люди все вышли, накушались, натанцевались, фотографируются с елками. Посмотрите, какие девчонки красивые. Посмотрите. Винсент стоит, говорит, пойдем уже, Наташа, домой. So, Vincent, you had enough? Yep. Wanna go home? Let's do it. Oh, look at that, how cute they are. Посмотрите, okay, какие красивые они. Ой, какие красивые. Божечки, божечки. Видите, лимузин. Девушка идет босиком, без туфлей. So you gonna bring me home on a limo? Sure, honey. Sure, honey. You've been in this one? No. Can I see inside? Sure, absolutely. Go right ahead. Can you show me the lights? What is inside? I don't see anything. It's dark. We'd have to go all the way around for the light. Can you? I don't care. Can you show me? Okay, hold that door, honey. Ага, I'm holding. Итак, сейчас он включит мне свет. Раз, два, три, елочка, гори. О-о! Та-на-на-на-на-на-на! Вон, посмотрите. Я не говорю, что вы удивлены. Еще в жизни надо потанцевать, покушать вкусненько, у елочки сфотографироваться и в лимузине посидеть. Вечер удался. Все, всем пока еще раз. Сколько раз сказала пока, не знаю, но теперь уже точно пока. Сейчас Винсент мне задницу надерет, потому что он пошел, а я остановилась с лимузином. Послесловие. Смотрите, короче говоря, лимузин. Здесь у нас стоит Поршик. Здесь у нас стоит Мазарати. Я иду и думаю, нифига себе, тачечки. Еще одна Мазарати беленькая. Видите? О. Ну, а дальше уже там Инфинити обычная. Но все равно тут целый парад красоток стоит. Ну, что я вам скажу? Прошел день сегодня. Прошел вечер. Вечер был неплохой. Было очень много танцев. Мы не танцевали с Винсентом. Но танцев было много. Люди очень хорошо веселились. Игрушек было много. А пойдут они детям, которые остались без родителей. Или с родителями, которые не могут купить им игрушки. Но это очень приятно быть частью такого, как говорится,
ивента или частью такого мероприятия. Мы, может, немного игрушек подарили, но сколько могли, в принципе, мы купили на, ну, приличные игрушек, я думаю. Поэтому сегодня было все. И игрушки, и танцы, и еда, и даже лимузин. И даже маленькие две Мазерати. Все. Иду я по Бродвею в красной куртке, потому что немножко прохладно. И хочу попросить вас о маленькой услуге. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет очень приятно. Но это и так ясно. Иногда я забываю, конечно, я вам напомнить про лайки. Я и сама про них забываю. Но когда вспоминаю, то попрошу. Поэтому я знаю, что многие из вас с удовольствием поставят лайк, если я напомню. А если не поставите, все равно я вас люблю. Все равно приходите ко мне без лайков или с лайками. Но лайки will help. Пока.